Широкие джинсы – одна из самых актуальных на сегодня моделей, и к тому же весьма универсальная. На базе таких джинсов можно составить разные комплекты. Широкими джинсами будут хороши женственные блузки и дерзкие кроп-топы, строгие блейзеры и свободные футболки, туфли на каблуках и кроссовки или кеды. Джинсы и свитер или джемпер – это практически беспроигрышное сочетание, но в случае с широкими джинсами и не облегающим, а скорее свободным свитером стоит учитывать один важный момент. Если вы не хотите полностью скрыть область талии и визуально лишить фигуру женственных изгибов, для комплекта с широкими джинсами стоит подбирать свитер или джемпер, который заканчивается немного выше самой широкой линии бедер. Чтобы дополнительно подчеркнуть талию, можно также заправить джемпер в джинсы частично, спереди или полностью. Если вы хотите создать образ, подающий фигуру в максимально привлекательном виде, идеальным кардиганом для компании с широкими джинсами будет тот, что можно заправить в брюки, либо укороченная модель. Удлиненные кардиганы с широкими джинсами будут хороши, если носить их с ремнем или поясом, иначе все естественные линии тела окажутся сглаженными, а талия потеряется в объемном трикотаже кардигана. На базе одних и тех же широких джинсов и футболки свободного кроя можно составить совершенно разные, при этом неизменно актуальные образы. Например, если футболку заправить в джинсы, добавить туфли на каблуке и модную сумку, получится городской комплект в духе Smart Casual. А с кроссовками и футболкой на выпуск те же джинсы составят расслабленный и комфортный комплект. Комплект из широких джинсов и подчеркивающий фигуру водолазки исключительно гармоничен и сбалансирован. Водолазка особенно черного или другого темного спокойного цвета делает фигуру более изящной и грациозной. А свободно сидящие широкие джинсы работают на контрасте, еще более усиливая этот эффект. Широкие джинсы плюс рубашка мужского кроя. Как и в случае с футболкой свободного кроя, на базе пары широкие джинсы плюс рубашка оверсайз образы можно составить самые разные. Конечно, самый элегантный вариант получится, если заправить рубашку в джинсы и добавить модельную обувь на каблуке и модную сумочку. Тот же комплект будет выглядеть совсем иначе с обувью в стиле casual, кроссовками или кедами и рубашкой, оставленной на выпуск. Широкие джинсы плюс блузка. Нежная блузка с романтическими деталями сделает образ с широкими джинсами естественным и по-парижски очаровательным. Лучше всего с этим комплектом будут смотреться обувь на каблуке. А чтобы добавить образу намек на актуальные сейчас 70-е, можно подобрать туфли или ботильоны на платформе. Кстати, они тоже сегодня в тренде. Широкие джинсы плюс худи или свитшот. Простой и универсальный вариант для тех, кто любит расслабленный полуспортивный стиль, дополнить широкие джинсы худи или свитшотом. Некоторые модницы надевают подобному комплекту туфли на высоких шпильках, но если вам нужен комфортный, спокойный и удобный образ, проще всего выбрать для этого сочетания кеды или кроссовки. Широкие джинсы плюс жакет в мужском стиле или блейзер. Используя широкие джинсы и спокойный жакет в мужском стиле или блейзер как базу, можно составлять разные актуальные комплекты. Вариант с рубашкой или блузкой и классической обувью может подойти не для слишком строгого дресс-кода. Туфли на каблуке и водолазка в тон блейзера сделает образ утонченным и элегантным, а футболка или кроп-топ и кроссовки – комфортным и непосредственным. Широкие джинсы не только актуальны, но и универсальны. Их можно носить в любой сезон.